Пошли-ка с этими посражаемся. А, с огненным великаном я уже сражался. Короче, автоматический бой. Тогда уж. Так, а вот это у нас... Любопытно. Эти ребятки любопытны мне. Надо посмотреть, кто они такие. Так, ходы закончились. А мне надо вот в эту пещерку. Ну давай заскочим, посмотрим, что у нас три. Дозволено. Звездюри или что-нибудь получше. Огры. Пауки. Ну, заценим. Это у них кости? А, это они такие дубинки себе сделали прикольные. Интересно. Забавно, слушай. Смотрится довольно любопытно. Так, а вот теперь вопрос. Они хорошо разъединились. Да. Чует, видно, жопкой, что что-то здесь не так. Если я этих добью... Вот этого будем добивать. Мне они больше не нравятся. Чина атака на них хреново работает. Вот так вот лучше. Будет немножечко поэффективнее. Так, судья... Столетник. У тебя тоже пистолет? Нет. У тебя... Лук. Ну, ладно, давай так. Что они сейчас теперь придумают? Блин, не слишком ли нагло, а? Взял, телепортировался тут ко мне. Совсем, блин, страх потеряли. А лучше так убьем по одному. Так. Понятно. То есть я на этом заканчиваю свои ходы. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Чуть-чуть не хватило, чтобы всех добить. Серьезно? 14 ДПС он нахреначил. Лихой чертило. Я не думал, что столько по главному герою он в принципе сможет нанести. Ну как же. Гад-то какой. Значит, данный герой у меня немножко послабее, чем ожидалось-то. А смотрите, факты повторяются. Но этого немножко поважней. Защиты у меня нет от молнии, да? Это я что-то как-то не учел.
Так, у нас тут что есть еще? Это горы такие, понимаешь. Но ход подземелья, конечно, мне не очень-то интригует. Вообще по всем, блин, параметрам. Но как ни крути, мне надо все равно сюда пробраться. Потом этого убить. Мне бы до этого добраться. Где-то я здесь не был. Так, и потом надо как-то здесь оставить городишко. Наверное, один сюда поставим. Да, куда-то. Он сразу два этих перекрыть смог. Да, наверное, так и сделаем. Так, тогда. Давай тебе сюда. Здесь ставим город. Покроет он немного, но достаточно. Еще войска-то не готовы, да? Нет, не готовы. Надо ожидать. Так, у нас тут, кстати говоря, интересный такой боёк получится. Я вот думаю, против 4 огненных драконов, пожалуй, надо собирать все войска, да? Хотелось бы этого сейчас прищучить, а потом до этого добежать. Вон здесь вот големы, они как-то будут послабже. Давай с ними разберемся. Блин, я что-то не ожидал. Вот хорошо хоть посмотрел. 4 дракона ядрить налево. Чё-то как-то до хрена. А что они охраняют? Вот это вот. Сердце вулкана. Хотелось бы знать, что это такое, ну да ладно. И... Эх. Так, здесь я уже зачистил территорию. Здесь скоро зачистим. Так. Здесь настроится до сих пор, да? Как их сюда отправляем сразу по умолчанию. Может, я дойду до строительства драконов? Это было, кстати говоря, очень неплохо. Но мне, скорее всего, надо здесь для начала делать кое-что поважнее. К примеру, производство жилья. А пока на этого давай нападем. Так, у нас тут что? Оу. Давай-ка посражаемся. Интересно посмотреть, что они умеют. Я не помню, чтобы я с такими сражался. Ребятками с обсидиановой виверны, к тому же. Так, вот ледяная виверна. Обсидиановая. Огненная. А вы давайте сюда. Ах вы, крысеныши, все в одну точку побежали. Так. Это нехорошо вообще-то, если честно. Что они вот все сюда побежали. Я не достаю, да кто бы сомневался. Как бы хода лишить, блин. И же успеет все-таки довольно много дел натворить. Давай с арбалета стрельнем. Можно молнии. Так, погоди, они здесь довольно кучно собрались. Давай-ка посмотрим, чем мы больше им тут накиярим. Ой-ой-ой. Они же магические существа, им на магию практически пофиг. У меня бонус единственный, который есть, только на молнию. Это тут половине похрен, у меня это молния. Мило. Очень мило. Так. Давай хоть
хоть кого-то, если убьем, будет уже хорошо. Чё, и больно будет? Так, длинный лук, да? Давай попробуем кого? Змейку? Элементаля, это хрен, этой луком-то победишь. Тридцать. Ой-ой-ой. Ой, не нравится мне это. Я бы змею убьем. ДПС хоть как-то-то снизим. Змею, к сожалению, мы не убили. Ох, сейчас мне по рогам стучат. А, нет, слушай, они... Они сволочи. Не-не, нормально, нормально все. Они разделились между остальными. Так, а чё ж вы этого так испугались? 9-14, ответ не такая страшная. На тебе свинца взад. Так, тебе тоже сейчас будет больно. Это хорошо. А вот теперь вопрос другой. О, блин. Ну попробуем змею хотя бы убить. Такс. Хоть кого-то мы убили, то радует. А теперь вопрос другой. Не, не хватит, да? Не, нормально хватило, слушай. Приятно осознавать. Хоть что-то мне хватило. Стой. Стой, ну хотя давай. Мало слишком ДПС нанесу, ну да ладно. Это у тебя лук, да? Два выстрела хотя бы с луком, чтобы ему ХП сократить. Так, ты ему ничего не сократишь, так что давай в рукопашку. Так, у тебя что? Тоже лук. Так, ну по крайней мере мы лишим его ходов. Отлично. А, так они, может, его атаковали, потому что он самый большой ДПС по ним мог нанести. Так. Давай вот эту вот деревяшку выберем. Я даже не знаю, что это означает, но все-таки. Так, ну с драконом, да. Здесь придется повозиться. Плюс я эту хочу хрень еще раз мочить. Очень интересно, что это такое-то, собственно. Это город или что? Или я тут смогу дракона построить? В этой игре очень много всякого непонятного. Старайтесь догнать и броню обычную, и броню магическую до 20-ки. Это мой вам совет. Ну, хотя есть игроки, наверное, поопытнее, которые знают, как тут правильно качаться. Я вот лично понял то, что это самый оптимальный вариант. Как видите, пока развиваюсь. С этой стороны меня не атакуют, это чё, очень хорошо. Но мне тут тоже вот дракона бы приходовать не помешало. Здесь вот Red Drake всего лишь, да?
И такие опасные противники. Надо будет расширяться, конечно, расширяться. Здесь, конечно, охренеть можно. Это весело. Ничего не скажешь, веселуха. Что я могу сказать? Давай все-таки посмотрим, что будет, если мы захватим вот эту вот хрень. Блин, даже сражаться нет. Закрыть. Ну, блин, ладно. Присоединяем. Что это мне даст, интересно? Дракон. Ах ты. Погоди, я здесь драконов могу производить, походу, да? Отлично, слушай. Сейчас могу строить драконов, возможно, это будет поинтереснее даже. Я не против. Очень даже сильно не против. И здравствуй, красненькие! Привет, красные! Как у вас дела? Сейчас мы будем с вами пытаться сражаться. Надо посмотреть. Поражение вероятно, очень вероятное или вообще непобедимо. Йо! Ей, дрей, твою налево! Какие твари-то здоровые, а? Да, блин. Это мне не нравится, моя идея их атаковать. Та-т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 а. Ох, чувствую, мне тут посральнику-то надают так, что этого не забуду. Но надо повоевать надо. Давай, магия, подмолвь. Ой-ой-ой-ой-ой, это будет больно. Вот чую-чую, будет больно. Сколько у них там атака огненным дыханием? А, двадцатка. 20 брони, 16 магии, 120. Это писец какой-то. Ну, защита срабатывает хорошо. Отлично. Лучше, чем я ожидал. Так, отлично. Сейчас тогда этих подтягиваем сюда. Так. Подтягиваемся пока, ребят. И не по жопе настучать будут проблемой, да? Так, кого будем сначала бить? Нам надо попробовать хотя бы одного тут завалить за раз. Блин, я не знаю, как это получится. С их-то бляха броней. Есть вторичная надежда попробовать оставить их просто тупо без ходов. Ох, 4 штуки. Попробуй с ними тут, блядь, сразиться. У меня не повреждены. Ну, одного, предположим, сможем одолеть, да? У него атака, конечно. А, что-то меня так сбросилось моментально-то. Оу! Уж это интересно получается, смотри-ка. Такс. А ну-ка, миленький. А это ты, смотрю, не любишь. Угу. Так, одного мы забороли. Теперь ориентируемся на этого второго. Попробуем этого загасить.
Двух драконов запендюрим. Это чья атака? Арбалета, да? Короче, делаешь вручную. Тоже арбалет вручную. Да я понимаю, что ты в панике. Я тоже был, блин, в панике. Такую хрень увидеть у себя под носом. Неудивительно. Как-нибудь долбануть еще. А. Вот так вот. Хотя бы этих ослабим. И выпендривайся. Больно ему там. Еще вопрос, кому, блин, больнее? Я даже его ХП не вижу толком. 22 осталось, да? Отлично. Блин. Но этим придется, скорее всего, на этого идти. Тут без вариантов. Дерьмо. Ну ладно, смотрю, что они будут вытворять. О, не такие они страшные, кстати. Да я знаю, что вы это умеете. Поэтому я вас терпеть-то и не могу. Посмотрю, заклинание ты не любишь, да? Ящерица переросток долбаная. Здесь дракона мы завалили. Без вариантов. Вали. Так, все, второго завалили. Точнее, третьего. Так, ты стой. И давай на него. Так, ты сюда. Попробуй завалить. Не получается. Попробуй рукопашку. Все. Так, а... Опа, кто мне здесь остался? Что-то я не понял. А, о! Здоровки. А вы чего развыпендривались? Ох ты ж, блин. Взрывоопасные твари. Да, слушай, с драконами воевать это, блин. Не пиво в подворот не пить. Запасные, опасные противнички, я вам скажу. Чересчур даже опасные. Все ходы кончились, да. И ходы кончились у всех. Вот половина разбежалась кто куда. Ладно, вот с этим вот, конечно, сердце вулкана надо что-то будет придумывать. С ним пока тут надо своим ребятам хоть нормальные условия для жизни сделать. Вот что-то какой-то абзац. Горы надо будет поубирать. Займемся пока наводкой порядка, вот так вот скажу.